Приветики. Я, как обычно, на днях тусовалась в интернете. Думала, чем бы мне заняться. Тупо листала ленту, ТикТок, Инста, Шортс иногда. И, в общем, я наткнулась на прекрасный DIY. И подумала, это то, что я хочу сделать. Я буду его делать, и я его сделаю. В общем, сейчас у нас будет рубрика «Лютый крафт», «Лютейший крафт», «Жесткий крафт», «Крафт». Приступим. Нам понадобится футболка, клей для одежды и поталь любого цвета, какой захотите. Все ссылочки прикреплю в описании. Короче, перед тем, как начать, я заранее попробовала на небольшом кусочке полотенца. Получится у меня или нет? Вроде что-то получилось. Надеюсь, это будет хорошо держаться. Надеюсь, я хорошо это проклею. И при стирке ничто просто не оторвется, и потом не останется такой жесткий, сухой слой клея. Потому что майку мне, конечно, жалко портить. Но она обычная, стоит дешево. Все ссылки, кстати, я прикреплю, я уже говорила. Я уже говорила. Давайте начинать. Какая-то не делает. Подожди. Будет охуенно. Мне обещали. Я сейчас надену, ты охренеешь. Реально? Да. Оно сейчас клеится с двух сторон, и все, ты не наденешь. Блять, кстати. А я тебе что, блядь, говорю? Нет, там все нормально. Там клей с другой стороны. Смотрите, какой фабрик, какие details на этом топе. Все это handmade design. И главное, fitable amazing. Сейчас you will look. Ну, как-то так. Топ для рейвов вполне пригоден. Но что я могу вам сказать, скорее всего, я его переделаю. Попозже я закажу немного другой клей, скорее всего, ближе к ПВА, что-то такое, и буду кисточкой все распределять. И дозакажу еще поталь, чтобы она хорошенько прилипла, иначе все это при первой стирке отклеится и останется на других вещах. Я пока убирала эту поталь с гладилки, стряхивала кисточкой, в общем, пыталась все потом подмести. И когда я брала совок, поднимала его наверх, просто поталь разлеталась, как будто она вот в какой-то невесомости у меня летает. Ее было очень сложно собрать, и даже до сих пор у меня где-то на полу остались кусочки 100%. Придется заново убираться. Но результатом я для первого раза более чем довольна.
Выглядит прикольно, стильно. И мне очень нравится. Пишите в комментариях, как вам нравится, не нравится результат. Сделали бы вы себе такой же. Вот, мне очень интересно узнать. По апдейтам насчет топа я буду, наверное, держать вас в курсе либо в инсте. Может быть, составлю пост тут, на ютубе. В общем, до скорой встречи. Пока-пока.